В Москве 7 часов утра. На волнах радио Юмор ФМ утренние анекдоты. От Советского информбюро. Сегодня к великой скорби всего советского народа не стало вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина. Шутники. Ну ничего. Сейчас вместе посмеемся. Физкульт, привет. Идем на лыжах. Вот по этому коридору идем на лыжах. Он побежал. Весь мир театр, а люди в нем актеры. Но нищий в переходе мне сказал: весь мир бардак, а мы в нем сутенеры. Болезни за грехи нам Бог послал. Москва не крестится, пока не слышит грома. И гордо заявляет: я сама. Ниспослан грипп на оба наших дома. Хвала создателю, хотя бы не чума. Весь мир в соплях гриппозного угара. Николь Творец так карты разложил. Чихайте так, чтоб чих не тратить даром, чтоб заболел лишь тот, кто заслужил. Чихайте на мерзавцев и подонков, пусть лопу подлецов огнем. Друзья, я приветствую всех. Давайте так, я хочу поприветствовать всех дисциплинированных, сознательных, ответственных, заботящихся о своих согражданах телезрителей, которые выходные провели дома. Угу. А с другой стороны, я приветствую страстных любителей шашлыков. Прошедшие выходные многие москвичи помогли ученым зафиксировать новую взаимосвязь. Желание съесть жареного мяса на костре полностью отключает слух и мозг. Мить, ты видел, сколько людей поехало на шашлыки? Да людей. Вот президент обратился, сказал: у вас выходные. Ну, посидите дома. Но вы же понимаете, что вы, когда начинаете выезжать, вы начинаете распространять эту заразу. Вы, кстати, гигантское количество людей тоже пошли прощаться с ресторанами. Это вообще что за... Люди пошли прям огромный топ. Ну, вы видели кадры, люди стоят в центре Москвы, вечер, музыка играет. Они стоят близко и думают о том, что скоро карантин. Только 1 апреля те, кто выжил в этой каше, собираются толпою, водку пьют, напившись, плачут, вспоминая, как им было весело и трудно сразу. Вот за них не грех и выпить.